А мы смотрим с вами за исполнением опасного штрафного удара. Гостенков у мяча. Ну, наверное, будет под удар. Нет, бьет сам Гостенков. Удар поворотом. И мяч в сетке. Наказывается 1-0. Чараду. После штрафного удара это случилось. Сейчас у мяча Магомедов Зиаудин. Магомедов, разбег, удар поворота. Но угол, кипер на месте. Как начинать атаки? Наверное, Абдулатипов об этом говорит. И вот здесь тоже потеря. Вот здесь на Гостенкова. Гостенков принимает и бьет в дальний. В дальний. Хайбулаев, Курбан у мяча. Правая рабочая. Будем смотреть, как исполнит. Удар. Это был удар. Да. Он 1-0. Результат был. Ну, хотя бы ее. Ну, хотя бы ее. 3-0. В пользу одной из команд. Я думаю, парни, те другие просто доигрывали бы. А это красиво. Гаджимагомедов. Ну-ка забивать. Гаджимагомедов. Какой гол. Амир. Гаджи. Чем соперник. И то, что удалось забить. Я думаю, здесь все справедливо. Здесь опасно. И 2-1. Далее. Гаджимагомедов у мяча. Разбег. Опять разыграли. И забивать. Попадает мяч в руку. Да, вот сейчас уже пенальти. Попадает мяч в руку. Итак, Мусаев. Мусаев, разбег. Удар поворотом. И обманул голкипера. Наверное, уже будет исчерпан. Все начинать по новой. Заново. Пас вперед. Зацепился Мусаев за этот мяч. Мешая друг другу, Гаджи Магомедов мог сейчас стать героем. Не только... Кто пробьет? Что? А вот здесь ворот пустые! Гаджи Магомедов! Амир забивает! Ну что, не будь... Доверимся судье. Свой угол! А вот теперь Гостенков. Удар поворотом между ног в домик. 3-2. Забивает Магомедов.